Всем привет! Мы сегодня начинаем влог с гипермагнита. Приехали к пасочке покупать. Сегодня будем яйца красить. Сейчас бы еще определиться, что мне надо. Кстати, Макс, знаешь, что мне надо? Вешалки. У меня вешалок нету. Какие взять получше? Как думаешь? Поплотнее. Поплотнее, да, надо. Вот эти, может, смотри, деревянные. Я, наверное, 3 штучки возьму. У меня прям беда с вешалками. Вот эти возьму. Да? Вот эти девчонки, мне кажется, они лучше всех. Ну, пойду посыпаю пакеты. Подожди, мне нужны пакеты для мусора большие, огромные. У нас все вечно рвется. Так, 35. 60. Возьму 60 литров. Так, что мне еще? Сегодня, кстати, людей не так много, девчонки. Мы решили приехать в чистый четверг, потому что людей мало. Пока еще не все приехали закупаться. Мне что-то сегодня челка не легла как нужно. У меня еще, кстати, голос до сих пор, слышите, не прошел. Сегодня бабушка приезжала, мама моя с папой. Денежку дали, мы Тёмке выбираем машинки, он заказал. А дедушка Илюшке решил телефон, представляете, купить. Я говорю, дедушка, Макс выбирает. Это его обязанность. Макс, а тут смотри, какой самолет такой, он не захочет, подвез. Если б я была девочкой, я бы взяла вот эти. Зачем? Не знаю. Прикольно. Спортивные любят, да? Я в этом вообще ноль. Вертолетики. Мы сегодня по мелочи затарились, девчонки, всего на 5000. Это для, когда в гипер заходишь, это легкий испух такой, знаете, 5000. Кстати, пошел дождь, представляете, я в новых джинсах. Хотели выпить кофейку, но, наверное, не поедем. Максюша сегодня на работу, и дождь еще идет. Так, девчонки, мы уже приехали домой. У нас пошел такой дождик. Я... Сейчас буду обедать, но сейчас, прежде чем обедать, покажу вам, что мы купили. Конечно же, покажу. Так, начну пиццу. Девочки, я подготавливаюсь к 11 дням. Кто мне говорил, что 11-го рабочий? Нет, у нас 11-го выходной тоже. Нам 12-го в школу, в садик. Я взяла вот такие вот пиццы. Я их замораживаю. Они очень вкусные. Они я беру без колбасы, просто с сыром. Дальше. Зашла, купила блины. С мясом, блины с творогом. Это ермолинские, ребят. Я же говорю, что я подготавливаюсь. Так, сейчас все у меня попадает. Зашла в агрокомплекс, купила сырочки, наконец-то. Там редко бывают свежие. Я всегда смотрю этот, сроки годности. Так, в агрокомплексе взяла тушку вот такую, цыпленка. Будем жарить, парить, супы варить. Так, буду с вами, значит, это ермолинские, картошка, муж обожает картошку, я жарю, знаете как, девочки, я их покупаю, значит, сливочное масло, в сливочном масле жарю лук, и чуть-чуть их варю, буквально минуты 2-3, когда они закипят, и на сковородку обжариваю, очень вкусно, ну, а блины пусть будут. Так, еще я взяла, девочки, агрокомплекс куриное филе, и бедрышки. Так, это все в морозильничек. Убираем. Взяла клубнички чуть-чуть. По 200 с чем-то она. Никак, хорошей еще нет клубники. Такое по чуть-чуть беру. Сейчас наша пойдет, уже будем побольше брать. Взяла колбаски. Девчонки, колбаски разные взяла. Ветчины взяла, колбасы. Шпик. Это максимум. Что я еще взяла? Сыр взяла. Это был по акции. Вот этот вот мне нравится. Я завтракать люблю. А этот я люблю на пиццу, девочки. Он уже потертый. Это пармезан. У меня мама его раньше всегда делала. Я от нее научилась. Так. Взяла 4 пачки творога. Это на Пасхе. Буду печь творожные пасочки. Не знаю, яйца сегодня или в субботу покрашу. Посмотрим. Это дети любят молоко. Ничего такого
сверхъестественного я не брала. В магните в гипере были вот эти бомбочки по акции. Я их 5 штук целых взяла. У меня мальчики любят купаться. У меня ванилин, вот эти, сахар ванильный, все позакончилось, взяла. А у Откера хотела купить эти дрожжи, девчонки, нигде нету. Видимо, все расхватали перед этим, перед праздниками. Потом взяла, это было по акции, увидела, взяла. Рыбку взяла. Блин, надо купить рыбу, засолить. Это так дорого выходит, почти 700 рублей, 600 с чем-то. Надо пойти рыбу купить у нас здесь на этом, на оптушке. Взяла сметану и комет. Сейчас буду чайник чистить. Он очень хорошо чистит чайники. Лист салата и масло. И все, девчонки. Ну, йогурты тут всякое такое. Йогурты, шмогурты и машинки Тёме. Тёма сегодня будет счастлив. А я сейчас буду чай пить. Готовлю себе ужин. У меня на ужин будет, это у меня грибы, шампиньоны с луком и гречка. Девчонки, я это смешиваю, получается как плов. Во-первых, не калорийно, и мне нравится, очень даже вкусно получается. Или даже, наверное, грибочки туда доложу, так будет лучше. Ребятки, мы продолжаем с вами. Вчера начала, сегодня буду заканчивать влог. У нас сегодня шикарнейшая погода. Сегодня пятница. Сегодня Тёма последний день идет в садик перед выходными. Думала, не буду отводить, но у нас сегодня 20-25. Я думаю, я сегодня буду делами занята. А он пусть гуляет с детишками, и отвела его в сад. И утром сходила на рынок. Сходила на рынок. Буду сейчас варить борщ сегодня. На субботу-воскресенье свеклу купила. Купила пекинку. Салат хочу сделать какой-нибудь вкусный. Так, огурцы взяла хорошие. Девочки, беру дорогие огурцы. Они очень вкусные. Редиска. Зелень взяла. Тут я взяла говядина, грудинка. Это на борщ у меня пойдет. Это я себе на сегодня взяла филе куриное. Так, это тоже на праздники. Курица. Сердечко куриное взяла, мальчики у меня любят. Хороших помидоров, абхазских взяла, недорогие, тоже 260, по-моему. Илюшки булочки взяла утром чай пить. Девчонки, вчера же красила яйца, но что-то у меня как-то не пошло с ними. Ну, накрасила, много голубых у меня. Мне так нравится, ну, нравится, но много голубых. И мало яиц получилось, вроде бы много варила, но тут штук 15. Взяла сегодня еще сейчас белые яйца, мне потому что завтра нужно маме и бабушке отвезти. И покрашу сейчас еще, взяла еще вот таких красителей пищевых. Вот, так что сегодня сейчас еще покрашу, поставлю яйца. И взяла мальчишкам клубнички сегодня. Вот, будут кушать клубничку, а я сейчас буду пить кофе сегодня. Прекраснейший день, погода. Когда погода, я обожаю. Все, я... Ой, это кто проснулся? Илюшка проснулся. Услышал, наверное, про клубнику, да, Илюш? Ну, давай этот, зайка, иди еще полежи, умывайся. Сейчас я чай поставлю, будем завтракать. А, я еще взяла сухое молоко на пасочке. Ой, на куличи мне закончилось сухое молоко. Я люблю со сгущенкой крем этот делать. Сейчас все разберу. Так, я куличи делаю, девочки, творожные делаю, уже замешиваю тесто. У меня этих мало, представляете, я все израсходовала и забыла купить. Сейчас Илюху отправила, мы с ним уроки делаем. И отправила, говорю, Илюшка, сходи, пожалуйста, докупи, потому что я много готовить не буду. Из-за чего я сегодня готовлю? Мне нужно завтра с утра бабушке отвезти. Вот, готовлю, значит, куличи. Яйца у меня уже почти готовы. Сейчас буду красить. Потому что завтра мне уже не до этого будет. Завтра много дел. У меня завтра у Тёмки зубной. К бабушке с утра поедем. Короче, девчонки, дел будет очень много. И сегодня решила, чтобы напеку и отвезем. Девочки, кто-то уроки делает. Посмотрите, почему у меня всегда так? Я не знаю, у меня перчатки не берут мои руки, вы бы видели. Смотри, все зеленки, синьки. А у меня? Ну, потому что ты уроки делаешь, а мама яйца красит. Накрасила вот столько еще яиц. Сейчас наклейки мы с Илюшей наклеим. Илюша говорю, ладно, не трожь, сейчас у тебя тоже будут такие же руки. Илюш, сейчас вот эти наклеим, смотри, красивые. Сейчас они высохнут, когда... Так что вот такие у нас яйца. А вот... сними, какие я уроки делаю. Снимаю, уже все снимаю. Молодец, умничка, делай. Сегодня последний день у них, и мы уроки здесь решили. Я говорю, Илюш, сиди со мной, потому что я тут буду проверять тебя. Девочки, у меня варится мясо, борщ. Борщ сейчас буду варить.
У меня получилось, ой, мои красавицы, мои любимые пасочки творожные. У меня две большие, одна маленькая. Это я отвезу все, а себе, наверное, еще спеку в субботу. Да, да, он у меня, представляете, закончились, он мне пошел вот таких темных купил. Ну ладно, хоть таких. Красивые у меня закончились, но это мы еще в субботу, наверное, напечем. Эти бабушки отвезем. 159, да? Ну ладно, зайка, давай, делай. Я еще хочу сегодня его пойти подстричь. Красивый, чтоб на пасочку был. Так, давай, сейчас они высохли. Кстати, девочки, ничего такая красота получается. У нас синий преобладает. У меня всегда желтых мало. Ой, какой аромат стоит необыкновенный. Вообще очень вкусно пахнет. Так, у меня получился большой, средний и маленький. Девочки, это на 4 пачки творога. И этот, надо буду еще готовить. Это для бабушки с мамой сделала. А себе в субботу еще спеку. Но они такие вкусные. Вот это мой любимый рецепт. Творожные, они без дрожжей, они с разрыхлителем. У меня на канале есть, по-моему, этот рецепт. Я оставлю в описании. Зайдете, посмотрите, может, кто приготовить. Илюш, давай, мы уже 3 часа сидим с тобой уроки делаем, сынок. Так, пасочки, девочки, уже готовы. Вот эту не раскрываю, бабушке отвезу, а эти мы скушаем. Яйца тоже покрасили, такие красивые. Зайчонка покупала в Кичиленде, если вдруг кому надо. Кстати, сейчас я на них в Инстаграме подписана. У них там на вот эту утварь пасхальную уже скидки, представляете? Вот, конфетки у нас тут такие красивые. Тут тоже яйца. Ну, пасочки очень ароматные, очень красивые. Вот, сейчас осталось мне борщец доготовить. Уже мясо сварилось, картошку бросила. Сейчас приберусь и пойдем с Илюшкой стричь Илюшу. Ой, какие они красивые. Шик. Девчонки, у нас такая классная погода. Илюшку отправила в школу и позвонила этой воспитателю. Короче, Тёмку пойду заберу, чтобы он его спать не ложили. Вот, пойду его заберу, может, куда-нибудь с ним прогуляемся. Птички поют, кайф. В садике уже сирень цветет. Красивая. Видите? Кто это идет? Толкай. Кашу не ел, что ли? Мама, тебе... Ты рад, что я тебя забрала? Рад сильно? Нет, короткий до 5, а я тебе решила, чтобы ты не спал. Классно? Ужас, это так кепка мокрая. Да, у меня все мокрое. Все мокрое, пошли переодеваться. Нет. Точно пойдешь на самокате? А где я его оставлю? Ну, уже взял, все, пойдем. Мы переодели Тёмку. Мама, ты что, губника? Не знаю. Пошли. Ну, мне кажется, мы с тобой вообще и в джинсовых куртках зажаримся. Тепло. Сильно тепло. Я в джинсах. Идешь? Как долго мы ждали этого тепла, да, Тём? Пойдем в фикс-прайс. Девчонки, пойдем в фикс-прайс. 3 остановки идти. Надеюсь, дойдем. А что дома сидеть? Решили пойти прогуляться. Тёмка сейчас в садике покушал. Все пошли спать, а я с ним пойду гулять. Смотри, какая красота, сколько пчелок летают, видишь? Собирают нектар. Я больше вижу бабочку. Кого? Бабочку. В носу не ковыряйся. Я больше вижу бабочку. Где ты ее видел? В садике. Да? Ну, пошли. Тут все цветет, какая красота. Вот умничка, он сам несет самокат, да? Молодец, пошли. Так хорошо, погодка шикарная. Кстати, я сейчас хочу в фикс-прайс, девчонки, посмотреть, что на Пасху может на стол красиво украсить. Да и так просто прогуляемся. Дома не могу в такую погоду, у меня я не смогу сидеть дома. И тебе, да, игрушку какую-нибудь посмотрим. Если мы дойдем, тут идти далеко, Тём, ты готов? Там, наверное, больше 10 000 шагов будет.
Ну ничего, мы справимся. Просто сейчас куда-то ехать, девочки, посмотрите пробки. Вон, все стоит. Уже все, кто, короче, разделся, это не местные жители. Кто еще одет, как мы, это местные. Сразу можно понять, где местные, где не местные. Вот отдыхающие, видите, парочка идет. Едет рядом местный. Кактусы. Тём, смотри, какие кактусы. Мне так нравится вот это растение, оно такое красивое. Я не знаю, как оно называется. Ой, какая классная тачка. Вообще. А вон еще, смотри. Спортивные, смотри, какие доджи. Офигеть, смотри, доджики какие классные. Это, наверное, приехали на гонки. Класс. Девчонки, пешком никогда здесь не ходила. Оказывается, так красиво. Смотрите, какие цветочки. Очень готовятся к этому, к сезончику. Да, слушай, сколько доджей. Они, наверное, на какие-то гонки приехали, Тём. Красота. Кстати, девочки, в куртке вообще жарко. Или мы потому что идем, а идти еще прилично. Сейчас, наверное, Тёмка скажет в конце «не хочу». Ой, я не знаю, это камушки. Или это не яйцо, это какашки чьи-то. Не обтирай, она грязная. Тёма, ты что? Так, мы с Тёмкой свернули с пути. Мы шли по дороге, а сейчас идем по курортному городку. Так здорово, тепляк такой вообще. Прямо нам нужно с тобой. Мы уже пришли. Да, Тёмка? Тёмка, бедный, весь потный. Зайчонок, ты у меня такой потливый. Весь в папу. А в кого? В маму? Мама так не потеет. Какой-то аттракцион здесь сделали. Короче, мы в курортном городке. Мы уже в фикс-прайсе. Классно. Игрушку пойдешь выбирать, я тебе даю. Тём, смотри, я тебя потом потеряю. Ты бери что-нибудь такое, чтобы не тяжелое. Слушай, коврики были, сейчас нету. Это аккумулятор холода, Тём. Тебе он нужен? Вот эти я раньше брала, но другого фасончика были. Такие хорошие, сейчас нету. Что-то на Пасху ничего такого и нету, да, Тём? Пасхального. Я обещала, значит, куплю. Тём, ты выбери ее. А? Какую ты хочешь игрушку? Ну, дай посмотрю. Какую ты хочешь игрушку? Мама пасхальная, пасхальная что-то хотела, что-то ничего нету у них. Все расхватали, может быть. Какую ты хочешь игрушку? Выбирай. Что ты хочешь? Тут игрушки на полчаса, Тём. Ну, они такие нехорошего качества. Вот радуга, помнишь, была пружинка радуга у тебя? Органайзеры. Классные. Косметики. Ой, Тёме надо очки взять. Тёма, Тём. Иди выбирай. Ну а что со мной-то? Что со мной? Пошли выбирать. Смотришь, какие штучки продают. Посыпки. Смотри, посыпочки.
Мы еще Пасхи будем печь. Пасхальный кулич. Какое? А зачем это яйца? У нас уже есть, мама уже украсила. Давай, выбирай, зайка, выбирай. Какую? Какую ты выбрал? Покажи. Такую электрокар? Ну давай, все. А это что за набор? Пластмассовая машина? Это пластмасса. Все, точно это берешь? Смотри, тут очки какие классные для плавания. Смотри. Что маленький? Почему для маленьких? А ты что у меня? Большой. Смотри, какие. И вот этот классный с лягушками. Смотри, Тём. Тут, кстати, нужно смотреть, белочки есть где-то. Мы пришли в парк, сейчас пойдем обратно. Короче, фикс-прайс вообще, видели, опустошенный. Ничего нету. Ну, мы, наверное, поздно уже пришли. Короче, ничего не взяли. Сейчас гуляем, и вот так пойдем по курортному городку домой. Пешочком. Это мы пришли. У нас курортный городок, девочки. Здесь раньше все кафешки у нас. И мы гуляем. Мы с Тёмкой идем, ищем где-нибудь кофе выпить хотим. Вот. Уже все открывается. Мне так нравится. Идешь, вот эти ларьки. И везде уже в ларьках написано распродажа. Распродажа очков, распродажа трусов, распродажа всего. Они еще не успели открыться, у них уже все распродажа. Очки по 500 рублей детские. В магните, ой, в этом фикс-прайсе такие по 100, по 90, а у них по 500 распродажа. Да, ценник, конечно, сейчас бедные местные жители. Как мне нас жалко. Цены выросли вообще на глазах. Вот, Тём, видишь, у него стулья висят на потолке. И мотик, да, велик. Это мотик. Мотик? Да. А, да, мотик там, мотоцикл. А там он велик. А вот смотри, какие-то чудища здесь. Замок страха. И какое-то чудище, видишь? Страшное. Пойдем посмотрим. Испугаешься? Ну, пошли дальше. Смотри, какие кепки классные. Да нет, у тебя есть кепка. Видишь, какая. Ой, а вот ресторан. Райский уголок. Мы в прошлом году здесь сидели. Нас обслуживала пьяная официантка. И был невкусный, недожаренный шашлык. Видишь, сколько авокадо? Ага. Авокадо, авокадо. Илюшке покажем, да? Смотри, какие крутые вообще. Близко только не подходи. Вообще класс. Смотри, какие классные. Вообще. Это вообще какая... Не трожь, не трожь. А вон, смотри, какой. Ой, вообще, девчонки, смотрите, какие тачки. Класс. Мы шли-шли и устали. И зашли с Тёмой выпить кофе. Я себе капучино заказала. А Тёмка фанту захотел. И пироженка сейчас ему возьму. Решили на улице сесть. Мы еле дошли с Тёмкой. Девчонки так устали. Долго шли, далеко шли. Короче говоря, зашли еще в магнит. Я каждый раз какие-то покупки, что-то забываю. А еще вы мне часто пишете: Оля, почему давно не было окрошки? И вы мне вот надоумили, что правда, давно же не было окрошки. И я зашла в магнит, купила кефир. Сделаю сегодня окрошку. Или на завтра сделаю окрошку. Короче, быть окрошки, девчонки. Взяла вот такие лавашики себе. Взяла, это Тёма тут взял себе эти...
И Барни были по 60 рублей в магните. Мы одну берешь, по-моему, вторую как-то в подарок или что-то такое. Вот. А здесь у меня просто я взяла много кефира, молока и творог. И минералка на окрошку. Кстати, еще взяла уксус. У меня закончился уксус. И я всегда забываю его купить. Сегодня, пока я его увидела, вспомнила, взяла уксус. Вот. Так что окрошечку буду делать. Не знаю, сегодня... Кстати, Тёма, мама борщ сварила. Вкусный. Давай борщик налью. Хлебушек помакаешь. В садике кушал, да? Бедный, жарко. Говорит, мама, мне так жарко. Так, ребятушки. Я села с вами уже закончить этот влог. Мы сейчас ждем звонка Илюши. Илюша со школы будет идти, нам с Тёмой позвонит, и мы пойдем стричь их. Хочу, чтобы они красивые были, пасхальные зайчики мои. Красивые должны быть, они так быстро зарастают вообще. Пойду сейчас их стричь. Вот, мы очень сильно устали с Тёмой. Девочки, у меня больше 10 тысяч шагов на телефоне. Я еще одела новые тапки свои. Меня уже в Инстаграме спросили, что за тапки у тебя такие классные. Сейчас я вам покажу. Так, ребят, это слепончики мои новые. Это Марко Поло. Знаете такую фирму? Марко Поло. Вообще классные. Я прошла, у меня даже мозолей нет. Просто устали от того, что они новые. Мягкие, легкие. Вообще, я прям в восторге от них. Я их нашла на Валберисе, девчонки, с большой-большой скидкой. Вот, кто знает фирму Марко Поло, знает, что они не дешевые, я нашла прям с хорошей скидкой. Короче говоря, мне нужны были слепоны, потому что очень удобно, я люблю, когда без шнуровок, без всего. Вот, так что ответила. А то девчонки уже в Инстаграме мне пишут, девочки, не забудьте подписаться на мой Инстаграм, я думаю, там много будет всяких фоточек. Во-первых, погода прекрасная. Я так счастлива, что наконец-то потеплело. У нас на пасхальные праздники 1, 2, 3 стоит прям супер крутая теплая погода. Потом, правда, дождь стоит, но, тем не менее, вот эти пасхальные праздники у нас пройдут с хорошей погодой. Второго я бы с удовольствием поехала на шашлыки. Очень хочу, но, к сожалению, наверное, не получится, потому что... У Макса моего работа. Работа не перейдет на Федота, к сожалению. И он на работе. Девочки, Пасхи, я так хочу покушать. Но я буду ждать 2 числа, потому что я сейчас на своей этой диете. 2 обязательно у меня будет читмил. Я прям покушаю вкуснятины. Я хочу сделать столик накрыть. Конечно же, накрою стол. Мы посидим. У меня мама работает, к сожалению. Мы хотели поехать всей семьей на шашлыки. Без мамы как-то неохота. И, короче говоря, я сама буду накрывать стол. Куплю вкусное вино с Максом. Посидим с детьми, папу позовем. К бабушке съездим, такой будет пасхальный праздник. Вот, яйца я уже покрасила, яйца красивые очень, я обожаю вот этот цвет, такой красивый получился, вот, зелененькие, короче, цвета такие. Я хотела, конечно, вот эти сделать, знаете, точками, как в прошлом году делала, потом думаю, не хочу я с этим возиться, но по куличам, думаю, может быть, я сегодня, если мне сил хватит, я еще спеку, наверное, все-таки дрожжевых, наверное. И бабушке отвезу, и маме передам, потому что, видите, творожных мало получилось. Что их тут? 3 штучки. Вот этот отвезу бабушке один. Ну, он так, они очень вкусные. Девочки, смотрите, какая красота. Один отвезу бабушке, дети съедят. Макс любит творожный, придет, съест, и все. Ну, не знаю, посмотрим. Если хватит меня на это, я обязательно еще этот испеку. Вот, что я села. Вроде все рассказала. Что-то другое хотела рассказать, по-моему. Короче, девочки, вот такие вот дела, вот такие праздники. Я, конечно же, хочу вас поздравить с наступающей светлой Пасхой. Пожелать вам счастья, здоровья, крепкого-прикрепкого. Потому что самое главное – это здоровье. Девчонки, хорошо вам встретить Пасху. Провести ее хорошо. Впереди выходные. У меня в планах, конечно, хотя бы в цирк детей свозить. Не знаю, посмотрим, как получится, не получится. У нас сейчас цирк какой-то новенький. Вот, хочу свозить мальчишек. Но у нас Макс там везде работает, а ехать, ну, посмотрим. Может, дедушку попросим, он нас свозит. Ну, а на сегодня я буду заканчивать. Ждем Илюшку. Уже не буду, ничего такого интересного не будет, потому что пойду их подстригу и будем отдыхать. Сегодня очень устали мы с Тёмкой. Мы прям такой, вам не передать, мы такой путь совершили. Мы обычно туда на машине ездим. Только зря сходили в этот фикс-прайс. Я уже давно поняла, что фикс-прайс там ничего толком толкового нету, очень редко. И, естественно, там что-то такое, очень 2-3 вещи можно взять и все.
Так что, девчонки, всех целую, всех люблю. Пишите ваши комментарии. А на сегодня все. Всем пока-пока.